Несмотря на то, что об опасности наркозависимости в наше время знают все, начиная с младших школьников, человечество все еще не преодолело этой проблемы. И наш район, к сожалению, не исключение. Официальная статистика составляет где-то порядка 400 граждан, которые на территории и Солнечногорска, и Солнечногорского района замечено употребление наркотических средств. Проблема борьбы с наркотиками имеет два направления. Это предупреждение их употребления и борьба с распространением и оборотом. Зачастую они пересекаются. С начала этого года на территории Солнечногорского района выявлено 3 наркопритона. Последний совсем недавно, 30 мая, в самом центре города, на Почтовой. Местная жительница организовала притон в своей квартире, где и была задержана с 2 гостями. Все 3 находились предположительно в наркотическом опьянении. Выявленные граждане ранее судимы. 2 граждан по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». К сожалению, торговцев наркотиками не останавливает уголовная ответственность, так же, как и тех, кто употребляет, административная, за немедицинское употребление наркотических средств. Здесь предусмотрен штраф административный до 5000 рублей. Ну и максимальная мера наказания – это 15 суток административного ареста. Проблему употребления и распространения наркотиков одними законодательными мерами не решить. Да и закон в этом отношении несовершенен. Некоторые виды курительных смесей, они до сих пор не внесены в перечень наркотических средств. В связи с этим они свободно продаются, относительно свободно продаются. В связи с этим вот проблематично и бороться с этим явлением. И также тяжело отвлечь молодежь от этого, от курения. Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом призван обратить внимание на проблему не только учреждения, для которых это является прямой обязанностью. Ведь зачастую информация, которую они используют в своей работе, приходит от простых граждан, неравнодушных к тому, что происходит вокруг. Граждане помогают, звонят. Единственное, хотелось бы, чтобы это происходило чаще. Чтобы граждане нам больше доверяли и чаще обращались к нам. Как по телефону доверия, так и с заявлениями. Мы призываем всех, кому не безразлично будущее человечества, свободное от наркозависимости. Если у вас есть сведения о лицах, незаконно производящих, распространяющих или употребляющих наркотические средства, обращаться по телефонам доверия ОМВД по Солнечногорскому району 64-63-51. Или позвоните на единый телефонный антинаркотический номер 8 800 345 67 89.